Галкин? А? Это слаба. Она именно детей пугает. Смотрим, что делает. Теперь мы стали выше головы, мы стали крепче, стоя под огнем, мы продолжаем биться за свои мечты. Такая сирень. А у нас осталось 2 дня. А это что? Это алча, по-моему. Да, алча, по-моему, это. А это акация. Такая красота. Всем привет. У нас уже совсем последний отсчет. Вот тоже сирень. Ирисы тоже. Вообще как-то все быстро зацветает. Сейчас мы глянем. Это да? Нет, на чертовом колесе. Он явно не работает. Они, видно, летние варианты. Крутится? Ну, вот это. Все, мне кажется, все закрыто. Это мы идем, и тебе кажется, что крутится. Стоит он, стоит. Мы работаем круглый год, но он явно не работает. Тропик парк. Вот здесь тропик парк мы нашли. Идем погуляем, и вы с нами гуляете. Мы пока после тренировки. Сейчас покормить кого-то, сейчас посмотрим. Орлы. А вот здесь, наверное, кормежку можно брать, чтобы их кормить. Ворон. Это кофе, выпечка. Ого, здесь целое. Вот яр, мы даже не знали, тропик парк целый. Красота. Я раскатывается постепенно. Что-то боишься, что ли, Зая? Красота. Ну что, заходим вовнутрь? Что? Такой тропик парк классный. И Ярик, да, пришел кормить. Айки! Айки! Ты один пришел сам? Кормить будешь сам? Такие попугайчики. Яр, аккуратно. Аккуратно пальцы свои. Ой, он как вылез-то. Сейчас, подожди, я подержу. Держи. Держи огурчик. Попуга. Попуга. Сытый. На. Вот, на. Попуга. Держи. Сытый. Просто красота, здесь даже разговаривать не надо. Питон. Такие обезьянки, идем посмотрим. Змеи вот такие, смотри, какая большая змея. Ой, смотри, здесь кто есть. Яр, видел? Всегда мама мокрая. Всем здрасте, мы в Тартарии. Видите, бой зимой. А Яра вот такой весь. Он первый раз в Тартарии. Вот только столько животных, да, здесь таких, которых он близко не видел. В шоке.
Вера в шоке? Кто заметил вот это? Смотри, Яра. Смотри, какая здоровая, ползает, обалдеть. Вот это огромная. Огроменная. Идем дальше. Пойдем змей посмотрим. Я в шоке. Здесь даже анаконда есть. Яра, прикинь, это анаконда, какая здоровая она. А это тоже? А это питон. Яр, смотри сюда, питон. Видишь? Потом варабан. Лежит. Угу. Видал? Не стучите, я вас вижу. Удав. А смотри, какая красота. Ты это видел? Смотри, белый какой, Яр. Яр, вот смотри. Тигровый, альбинос. Альбинос, ага. Скажите пару слов. Здесь так вот в пол можно прям идти по змеям. Правда, если честно скажу, очень душно. Очень душно и очень жарко. Прям невозможно. Красиво. Вот такая обезьянка. Прикольная. Лемурчики. Будешь кормить ее? М? Почему? Там кушает. Бежала наверх. Идем покормим другую. Идешь еще? Ну, позови ее, пускай. Она виноград чует лопает. Короче, говорит, глаза разбегаются. Вот идет, спускается. Встань. Яр, ножки, ноги на расстоянии. Ну, а будешь еще? На, банан будешь? Бери. Ох, сколько всяких животных. Вот это у Яры точно сегодня. Эмоции шкаля, да? Она именно детей пугает. Смотрим, что делает. Да? Они еще выбираются. Пойдем посмотрим. Посмотри, взрослых же она не трогает. Дай пройду. Сейчас, угу. Взрослых нет. Посмотри, все равно вид ребенка. Посмотри, она же явно ее пугает, да? Ее пугает. Угу. Ребенка пугает именно. Я смотрю, он заходит за стену, выглядывает, смотрит, есть ли дети. Угу. И тогда бежит. Взрослых не трогает. Может быть, реакции нет.
Нет, они... Траву они чуть салаты любят больше. Ты тоже хочешь? Здесь енотики. Будешь енотика кормить? Подойди поближе. Отдай ему. Я рада. Вытащи. А вот это сыр ага. Ого, какой здоровый. Все прикольно у Ярика. Будешь брать его? Погладить его хочет? Посмотри, что он тебе. Потрогал ты его? Погладил? Что за красота? Яр, ноги. Мыши. А там наверху. Он мне рюкзак там открывает, куб сзади. Жук какой. Руку разворачиваю. Я в шоке полном. Да? Доволен? Так, а здесь кто у нас? О, смотри, какая красота! Я. Проходи. Стой, мышь. Дай мне яблочко. Аккуратно. Идем дальше. У нас здесь только вот попрошаек оказался. Обалдеть, я сама в шоке. Какая красота. Ты просишь попрошайничать? Сейчас, сердце. Что тебе дать? Ты еще не съел, уже еще берешь, просишь. Идем посмотрим еще. Ага. Ты же выкинул ее. Они еще выбирают, что? Обезьянки такие, все прикольно. Они еще выбирают. Они видят, что такое. То есть, как бы покажу. Мы взяли такой стаканчик. Там киви, банан, трава, морковка, виноград. Нет. И вот они, чтобы они еще выбирают, они еще не все едят. Здесь было киви, виноград. Большинство почему-то им нравится салат. Делаться между собой. Тихо, тихо, ты не кричи на них. Все. Ой, конечно, ой. На. Ты поешь сначала одну. Давай. А это Ярик с мамой. Да? Или мама с Яриком ковыряется?
Ты здесь уже, наверное, всех знаешь по именам, да? Обалдеть. А это как зовут ее маленькую? Я этих не знаю, как ее зовут. Обезьянка. А у обезьянки же имя есть, я. Тихо. Проходим. А мы идем на второй этаж. Пошли. Здесь такой второй этаж. Идем отсюда. Черепашки. Таких много-много паучков разных. Угу. Здоровые, огромные. Пауки-птицееды. Ого, какие большие. Смотри, ты видел внизу там, Яра? Видел? Идем дальше, смотри. Красота. А это что за паучок, смотри. А они все, кстати, скорпион. Вон скорпион. Угу. Идем дальше. Ой, какие огромные улитки. Черепаха, даже незаметно, смотри, она вон. Незаметно, да. Кто так найдет ее? Сейчас я переверну. Кормить нельзя. Мы отсюда будем спускаться, здесь очень-очень душно. Жара неимоверна. Ну, тебе понравилось все здесь, Яра? Идем сюда посмотрим. Мы на третьем этаже. Такая красота. Конечно, можно туда пойти, но мы туда не пойдем уже с тобой. Вот такой террариум. Так, просто. Сколько здесь черепашек? Это прям как в парке, да? А их нельзя кормить. Написано их не кормить. Держись. Черепашек смотришь? Да. Это как в пруду были черепашки, здесь такие же, видишь? Нет, кормить их нельзя. Их не кушают, они вон спят, сидят. Яр, ну нет, девочка. Пусть пишет. Разбудила. Давай. Ты подходи. Смотри, какие мормышки. Мам! Кто съел? Все кидаются там. Да не злой все-таки. Ну, аккуратно берешь. Ням-ням. Мы вышли оттуда, сейчас идем. Мишек, но правда говорит, что мишек там нету. Идем посмотрим, наверное, жарко. Мишек, наверное. А ну-ка глянем. Здесь такой медведь. Мишка. Они, наверное, жарко, может быть, им. Кормить нельзя, Яр. Посмотри, домики лежит. Не
А как она их не заметила? Говорит, их там нет. Вон еще дверь. Угу. Так, стоп. Мне бы его поймать. Вот он. Чего, Миша? Как клево. Видел ты, Яра? Ну, кормить-то мы Мишку-то не будем. Давай. Яр. Яр, смотри на меня. Да. Будем мы от мишек. Мишки спят. Вот. Вот, Мишка видно. Мишка спит. Второй Мишка там спит. Вот там у него морда. Все, идем, уходим. Ярик будет. Вот петушок. Слава, это петушок там говорит. Идем смотреть, идем. Индоутки. Все, я разошел на перекус. Он взрослый мальчик, он будет сейчас кушать сам. Супчик взяли ему. Рис с котлеткой. Салатик. И компот еще. А это, кстати, тетя Нина, но это не наш. Да, давай, садимся кушать супчик. Тихо. Яра общается с попугаем. Картина маслом. Я и попугай. Он говорит, не пой. Так он тебя послушал. И перестал орать. Ага. Ну что, классно, все, поел, пошли дальше гулять. Да, у нас сегодня такая программа. Мы сначала были на тренировке, потом у нас был террариум. Тартариум хочу. Теперь он пришел здесь, поел. В рот грязные руки, Яр. С попугаев тут погонял. Отдохнувший, теперь вперед дальше. Ты поел? Что ты ел? Много всего ел. Ну все, пошли. Нет, здесь мокрый этот песок. Яр. Яра. Здесь песок очень мокрый. Угу. Пять. Я тоже так, знаешь, потом мне говорят, слушай, ты говорит, все, и сразу ему, да? Я хвост. Руки, ноги, хвост. А ну. Пристроила ребенка. Да? Нет, я рводу, ты не идешь, однозначно. Люди плавают. Ну, я не знаю, мне кажется, градусов 15 есть вода уже. Ну, слушай, не больно. Ну, классно. Ну, я залезла немножко. Погода, конечно. Классно. Ноги мокрые. Да ладно, нормально, не так уж и холодно. Где вода? Холодно, не там, но прям очень холодно. А, Яра? А Яру прям несет. Ярик прям готов нырнуть. Угу. Куда пока? Пока. Вот лопата. Занятие для хвоста у Ярика. Кому-то закопать ноги. Яру в одном направлении все время несет почему-то. Горечко, конечно. Ну, люди купаются уже везде, во всем. Вот, сейчас чуть-чуть мы попозируем. Все, вот так вот, это помощники нам. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь.
любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда.